Давайте я запишу быстро что-нибудь. Ну, рассказывай. Серега пусть расскажет. Ставим. Я надеюсь, звук нормальный будет. Провалили план, не взяли костыль. Ну да. Не взяли костыль, но это единственное, что мы провалили. Уже можно говорить? Да, да. Расскажите, доволен ли вы результатами драфта? Я думаю, что у нас сначала было хорошее, но был план обязательно взять Костринца за любые деньги, но денежек осталось. Да, но этих любых денег не хватило. И нас перекупили, что я могу, я не думаю, что мы его будем особо там выставлять, торговаться, но люди поняли, что я буду все играть. Если же, к сожалению, Саша нас подвел, я хочу ему прямо вот так в лицо сказать. Что он всем рассказал. Да, что сегодня, если мы как раз приехали сюда, мы с ним ужинали, ну и завтракали все должны. Я сказал, что, к сожалению, я не знал, что вы собираетесь меня бороться. Я всем рассказал, в чате меня спрашивали, здесь уже Вега спрашивал, что я собираюсь играть. Я думаю, что этим он сильно нас подвел. Вот. Но в любом случае, Саша, успехов. Теперь я ему, конечно, чуть меньше буду желать, чем желал бы, если он был в нашей команде. В любом случае, удачи. Что скажет человек в синей футболке, которого выбрали именно по такой номинации? Выбрали подло без фамилии, это невозможно. Пришлось смириться. В целом, я считаю, что если серьезно, то у нас хорошая команда, хороший шанс. Скотт Сивер за 75 очков, это... Ну, да, это годится. Я могу сказать, что никак, это игрок из топового списка. В любом случае, он остался один, мы его обязаны были брать за любые деньги, но мы думаем, что просто сможем еще Костриться. К сожалению, не получилось, но если посмотреть на другие команды, я считаю, что мы в группе лидеров должны быть. Как думаешь, почему так дешево отдали Ванессу за 25 очков? Вот это меня несколько смущает, я смотрю. Несколько удивляюсь, что у меня не было торгов, потому что она точно будет играть все и написала. Извините, мне говорит Илья Городецкий, хочет только похвалить, только ругать. Это странно, на самом деле, что Ванесса так дешево. У них инсайдерская информация. Нет, она точно будет играть все, только сегодня об этом не знаю. В принципе, я тоже другой вопрос. Это зверюка страшная. Да, мне казалось, что мы можем получше немножко, если мы какие-то ошибки разделаем, но в принципе команда неплохая. Я думаю, что лидером будет, наверное, Майк Городецкий, который взял красный стол, и остальной состав у него очень хороший. Больше шансов, чем у нас, но в топ-4 можем попасть. Ну ладно, поборемся.